Thank you.
солист Вячеслав Ольховский. Спасибо, дорогие друзья. Добрый вечер. Что-то хотел сказать, когда я извиняюсь. Обязательно скажу. Обязательно. Друзья мои, у нас в гостях Вячеслав Ольховский. Национальное достояние, финалист шоу «Голос» 2020 года.
а затем Российскую академию музыки имени Гнесина, как оперный певец. Диапазон голоса 3,5 октавы. В составе делегации российских певцов выступал Папой Римским в Ватикане и получил благословение главы католической церкви. Профессионализм, стиль и уровень откачивались артистом, пока он долгое время работал за границей, объехав с программами Латинскую Америку, Мексику, Италию, Испанию, Грецию. Встречайте! Для вас поет Вячеслав Сердце распекушь.
для меня Санкт-Петербург, это, конечно, святой город, святое место. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, вспоминаю все самое лучшее, да, конечно, человеческое. Я хочу вам всем пожелать счастья, здоровья, благополучия, выходного праздника, быть счастливым. Петь я буду, как обычно, я пою, я имею в виду репертуар. Петь я буду громко, поэтому, надеюсь, меня простите, уж песни такие все. Итак, судьба. Жила-была,
Солдат!
песня называется, не британская песня, «Говори мне о любви». Yeah.
Спасибо. Может, вы не поменялся сесть, как вы заметили? Мы тоже. Сейчас еще одна песня запущу, которая называется «Благодарю тебя». Let's go!